Форум социальных предпринимателей территории «Ритма» проходит в Городецком районе Нижегородской области. На него съехались более 300 представителей из 68 регионов России. В рамках форума представители власти встречаются с социальными предпринимателями и лидерами общественных организаций. Мне кажется, очень важно иметь вот возможность прямого диалога и напрямую задавать какие-то вот эти самые острые вопросы. И, соответственно, это возможность быть услышанным властью и решить какой-то, может быть, конкретный, очень конкретный вопрос. Для меня это мероприятие очень полезно, потому что здесь я нахожу каждый раз новые знакомства. Я могу задать вопросы, которые меня интересуют, как маму, социальные. Вот в этом году мы представляем проект именно для мам, которые дают мамам возможность развиваться и не зависеть от возраста детей, от садиков, там, от родственников. «Ритм» действительно дает свои плоды, потому что я вижу многих людей, которые здесь находятся, приезжают не впервые, я сам в четвертый раз, и люди многие приезжают даже больше, чем я. Я вижу, как они открывают бизнесы, я вижу, как они обнимаются, встречаясь, и говорят: о, круто, мы в этом году я сделал свой проект, я сделал его федеральным. Что люди имеют возможность познакомиться с новыми практиками, с новыми проектами, реализованными, задуманными. И все это становится достоянием огромного количества людей, территорий, и потом они тиражируются в Российской Федерации. Третий раз, когда я присутствую на территории «Ритма», всегда заряжаюсь с такой особенной энергией. Здесь всегда добродушная атмосфера, выезжаешь отсюда с полной силой, тем не менее ты здесь получаешь информацию об определенной проблематике, и не только ты, еще и получаешь информацию о том, как эту проблематику решать. То есть предлагают иногда даже и готовые решения. В такой атмосфере хочется работать, хочется взаимодействовать. Это не просто работа в команде и какие-то 3-4 дня хорошие, да, такие качественные с точки зрения образовательного процесса, но и дальнейшая реализация социальных проектов, и не только социальных, но и предпринимательских, потому что социальное предпринимательство у нас активно в регионе развивается. Мы входим в тройку лидеров по стране по количеству социальных предпринимателей. Различные меры поддержки действуют, от налоговых до образовательных, значит, бизнес-планы, франшизы, персональные сайты, реклама, все это у нас есть. Поэтому я думаю, что вот здесь проекты, когда будут уже на выпуске, мы обязательно все эти меры поддержки к ним добавим, и получится отличные реализованные уже проекты.